Всем привет, я Вова и добро пожаловать на мой канал. Сегодня, точнее прямо сейчас, в данный момент времени, 9 мая. И я всех поздравляю с Днем Победы. Так получилось, что именно сегодня и через 7 минут в Киеве начнется первый полуфинал Евровидения 2017. Два моих предыдущих видео были также о Евровидении, и я решил, почему бы не сделать эксперимент и не снять видеореакцию на первый полуфинал конкурса. Что получится в итоге, я не знаю, потому что видео подобного плана я делаю впервые. Надеюсь, что все пройдет успешно и вам будет интересно смотреть этот ролик. Не буду долго начинать. 9 мая, Киев, Евровидение 2017, первый полуфинал. Кстати, Монатик, говорили, что он будет петь сегодня свой хит «Кружим», но на английском языке. Послушаем. Непривычно слушать эту песню, потому что все знают ее как «Кружим». «Кружим». Ну, начало, если честно, просто отличное. Робин Бенсон, Швеция, I can go on. Как обычно, конечно же, видеозаставка, видеовизитка. То Робин победил в национальном отборе на Евровидение в Швеции. Называется он Melody Festivalen или Melody Festivalen. Эту песню я уже слышал. Номер будет тот же, что и на национальном отборе, поэтому ничего интересного. Я также видел и репетиции данного видео, точнее, репетиции данного номера. Вот что это значит, как вы думаете? Вот что значит он это? Freaking beautiful. Вот что это значит? Он, что он делает, я не понимаю. Напишите об этом в комментариях, если вы знаете, что значит вот это вот. Вот это здорово, когда синхронизируется движение дорожки, класс. Вот, в принципе, и все. Швеция, Робин Бенсон. Первое выступление на первом полуфинале. Ну, для начала неплохо. Говорят, фаворит. Австралия. В прошлом году мне понравилась Австралия. Она заняла, кстати, второе место. Была песня клевая. Что-то он вроде бы идет, но стоит на месте. Что-то я не понимаю вообще. А, все понятно. Он движется на платформе. Вот почему я говорил, что он как бы идет, но стоит на месте. Типа той дорожки, на которой был Робин Бенкс. Вау. Неплохо. Ну, вот это спецэффекты, конечно. Ну, песня интересная. Поехали. Бельгия, Бланш, City Lights. Городские огни. Что-то мне начало напомнило какую-то песню, не могу вспомнить. Девушка такая прям натуральная, просто минимум мейкапа. Не вспомню, наверное, но что-то где-то, наверное, очень близко. Если вспомню, напишу в комментариях. Кстати, если вам тоже эта песня что-то напомнила, напишите в комментариях под этим видео, что она вам напомнила, какую песню. Потому что вот начало очень на что-то похоже. Вот это красиво. Мне больше понравилось, чем нет. Но хотя песня что-то мне напоминает. Азербайджан. Дихадж. Наверное, Дихадж. Я не знаю, как правильно произносить. Кто знает, напишите в комментариях. Это ее ребенок, ее девочка. Какая прелесть. Вау. Стена. Another day, another day,
конь. Что он будет делать? Интересно. Куда она полезла? Коню лезет. Стены рушатся. Голова коня снимается. Помечает их как-то. Что это значит? Я не знаю. Конь уходит. Стойло. И, наверное, я не знаю. Это необычно и это неплохо. Португалия. Певец из Португалии мне больше напоминает... Ну, он бы как бы больше вписывался, если бы он был бы из Израиля. Ну, ладно. Говорят евреи везде. Сальвадор из Португалии. Скрипочка. Лес на заднем плане. Он просто будет по-видимому стоять и все. Поет на своем языке. Это, кстати, неплохо. Это очень даже хорошо. Я бы не голосовал бы за эту песню. Может, кому-то она и очень нравится. Ему она нравится, это точно. Ему она нравится. Итак, сейчас будет выступать Греция, Дэвин, с песней This is Love. По-моему, в прошлом году конкурсантку из Австралии звали Дэвин, нет? Капает вода на заднем плане. Может, будет и вода, и в самом номере? Посмотрим. Так. Они типа как будто зеркально это делают? Два одинаковых или что, не понимаю. Чё? Ну? Бодро. Ты свое отпела, иди. Отдыхай в зеленую комнату. Так, Польша. Вот уже 10-11 участников, и среди них много вот таких, ну как бы не совсем статичных, но один человек, два стоят, поют, делают акцент на песню. Не знаю, получится ли у них что-то. Посмотрим, кто выйдет в финал и что будет интереснее. Движение, темп или вот такие вот медленные песни. Свобода. Что значит свобода? Поляки за свою, конечно, радуются. Sunstroke Project, Молдова. Поехали. Вот эти вот биты очень популярны. Последние год-два. Ну, скорее всего, в припеве будет какая-то одна фраза, а потом вот этот вот хук, повторяющийся постоянно. Нагнетается вот, и сейчас, наверное, будет. Да. Вот, кстати, популярная тема сейчас. Вот такие вот песни, в которых идет куплет, фраза какая-то одна, и вот повторяющаяся такая мелодия. Может быть, даже на радио зашла бы эта песня. Не знаю, конечно, это лично мое мнение, но... Песня бодрая. Людям может понравиться. Могут даже пройти в финал. Не знаю, что получится, но...
«Эй, мама», и букет бросает. Кто словил? Не показывает, кто словил. Кипр Овик Гравичи. Кед у него классный. Down, hey, ну, песня такая. Ну, я не знаю насчет финала, но я бы проголосовал за. Вот так. Возможно, и пройдет финал, не знаю. Не знаю. Уже старается очень лежит. Лежит. Армения, Арктик, Fly With Me. Наверное, дальше будет по нарастающей. Сейчас темп быстрее, потом... Они откуда взялись? Вок? Это вок? Правильно называется вок? Это этот танец, нет? По-моему, это вок. Если нет, то напишите в комментариях, как это правильно называется. Вот такие вот движения руками, резкие, четкие. Номер мне нравится больше, чем песня. Я, правда, не знаю, о чем... Вот, опять же, вот, птица полетела. Это тоже компьютерная графика. И неплохо. Вот таким получился первый полуфинал. Если вам понравилось это видео, реакция, ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, тогда вы точно не пропустите следующую видеореакцию на второй полуфинал. Пишите в комментариях, какие страны вам понравились больше всего, какие вам страны не понравились. Большое спасибо за просмотр и до встречи!